Итак, всем привет! И тут у нас новости о Meizu M6 Note. О смартфоне Meizu M6 известно немного. Гаджет получит 5.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с графикой Mali-T880 до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Между тем, устройство выйдет намного раньше, чем ожидалось. Сегодня производитель неожиданно разослал приглашение на официальную презентацию Meizu M6. Мероприятие под девизом «Оставайся собой» пройдет 23 августа в Пекине. Инсайдеры сообщают, что устройство будет оснащено двойной камерой с модулями Sony AMX-258, а конфигурация M6 Note с 4 ГБ оперативной памяти поступит в продажу за $237. Данная информация не является официальной, поэтому к ней необходимо отнестись с осторожностью. Что-то ты слишком много обещаешь.